Зима приходит в Челябинскую область. В ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание до минус 14 градусов. Для автомобилистов это означает одно – необходимость переобуть машину в зимнюю резину. Кто-то это сделал месяц назад, другие только собираются в шиномонтаж. Отстающим следует поторопиться, ведь большинство водителей Копейска уже обезопасили себя и не создают на дорогах аварийных ситуаций на летних шинах. Скажите, заменили ли вы уже резину? Я не менял ее вообще. У меня всесезонная стоит. Да, на шипы, на резину поменял. Как давно? Неделю назад. Да, уже давно надо заменить, потому что погода непонятно как-то меняется. То снег, то дождь, и поэтому как-то непонятно. Лучше заменить заранее, чтобы безопасность была какая-то на машине. И вы сами как давно заменили? Я уже как месяц ищу, потому что первый раз, когда снег выпал, с дождем был, погода как-то быстро резко поменялась, поэтому я лучше, думаю, сразу сделаю и все. Я уже месяц как езжу. Современная автомобильная индустрия предлагает большой выбор зимней резины. Каждый водитель сам выбирает, на чем ему ездить в холодные месяцы – на липосистеме или шипах. Но вот последним следует помнить, что, сделав свой выбор, они обязаны сообщить о нем всем участникам дорожного движения, повесив соответствующий знак. 4 апреля 2017 года отсутствие знака «Шипы» на транспортном средстве, на котором установлена ошипованная резина, теперь входит в перечень неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. К знаку есть тоже определенные требования. Если раньше этот знак был рекомендован и размеры его были намного меньше, то сейчас он обязателен, и размеры этого знака, одна сторона должна быть не менее 20 сантиметров, то есть он достаточно большой. В законодательстве нет четкого указания, где конкретно должен крепиться знак и каким образом. Там просто сказано, что знак должен устанавливаться сзади автомобиля. То есть это может быть ветровое стекло, либо снаружи, либо изнутри. Но изнутри только в том случае, если заднее ветровое стекло не затонировано. Это может быть крышка или дверца багажника. Это может быть бампер или тент, если это грузовой или полугрузовой автомобиль. То есть в любом случае водитель должен разместить знак таким образом, чтобы обеспечить его видимость. В случае отсутствия знака сотрудники госавтоинспекции имеют право привлечь водителя к административной ответственности. Нарушителям грозит штраф 500 рублей. Оказывается, приобрести наклейки по новому ГОСТу в магазинах не так уж и просто. Их нет в наличии, быстро разбирают. Поэтому, если вам нужна наклейка, шипы, вы можете просто прийти в абонентский отдел компании «Инсит» и получить ее бесплатно. Такую акцию мы проводим уже третий год для наших любимых абонентов ко дню автомобилиста. Водителям нужно поспешить, ведь количество знаков ограничено. Получить наклейку можно до 1 ноября в абонентском отделе компании «Инсит» по адресу проспект Коммунистический, 22.